Страна Турция всегда славилась своими удивительными курортами на берегу Эгейского и Средиземного морей. Одним из наиболее известных мест отдыха считается город-курорт Бодрум. Международный аэропорт Бодрум ежегодно принимает более 3 миллионов туристов со всего мира. Чем уникален и привлекателен аэропорт Бодрум в Турции, с какими пригородными и межгосударственными направлениями связан, какие услуги есть для туристов, расскажет путеводитель по аэропорту Милас Бодрум. Аэровокзал, открывающий доступ туристам всего мира к любому курорту Турции, аэропорт Милас Бодрум, расположенный на границе между городами Милас и Бодрум. Адрес: Милас Бодрам Хаваола Нигеризи, 48670 Милас, Магла, Тюркяй. Для более подробной информации или для уточнения особых нюансов доступен круглосуточно телефон горячей линии аэропорта Бодрум, плюс 90-242-582-71-26-7 и плюс 90-242-582-74-26-7. Официальный сайт аэропорта и онлайн-табло вылета www.milasbodrum.dhmi.gov.tr. Международная ассоциация воздушного транспорта идентифицировала Милас Бодрум специальной кодировкой IATA BJV Аэропорт. Еще один код аэропорта Милас Бодрум LTFE присваивается только за выполнение международных авиаперевозок. Детальная план-схема аэропорта Милас Бодрум совершенно не нужна путешественнику, это небольшое по габаритам здание и повсюду имеются указатели. Если возникли вопросы, обращайтесь к первому попавшемуся работнику аэропорта. Аэропорт Краби. Просмотр онлайн-табло вылетов и посадок авиалайнеров доступен как из Москвы, так и из любого другого города мира. Достаточно зайти на официальный сайт Бодрам Милас Аэропорта www.milasbodram.dhmi.gov.tr. На интерактивном табло собрана вся важная для путешественника информация: время прилета, отправления, время перелета, количество и время остановок, необходимость дополнительных пересадок, стоимость билета для взрослого, наличие детских льгот, стоимость провоза багажа. Данные представлены на английском и турецком языках. На русском языке информацию о всех рейсах с аэропорта Бодрум можно просмотреть на многих туристических сайтах ру. Просмотр онлайн-авиабилетов на табло аэропорта Милас Бодрум предоставит также полную информацию про авиакомпанию-перевозчика. Услуги авиатрансфера из аэропорта Милас Бодрум оказывают следующие мировые авиакомпании: Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Air Berlin, AtlasJet, Corendon Airlines, Enter Air, First Choice Airways, LTU International, Martinair, Monarch Airlines, SunExpress, Anier Air, Premier Air, Thomas Cook Airlines, Transavia. Чартерные рейсы из Москвы занимают по времени всего 3,5 частей полета. В специальных графах можно обозначить необходимую дату полета, желательный город вылета, город прибытия, класс перелета, и уже через пару секунд появится актуальная информация с вариантами ответами на ваш запрос. При таком продуманном подходе возрастает вероятность совершить выгодную покупку билетов, воспользоваться действующей акцией, скидкой или прочими удовольствиями. Очень многие онлайн-табло предоставляют список отелей по месту прибытия и позволяют даже забронировать там место. Аэропорт Газипаша, более 3000 кварталов. КМ взлетно-посадочной полосы Милас Бодрам Airport с прочным бетонным покрытием позволяет отправлять, принимать самые различные авиалайнеры. После реконструкции в 2000 году, территория Бодрам Милас Аэропорта подразделилась на два комфортабельных терминала, международный и внутренний. Вся территория аэропорта состоит из зоны общего доступа, куда можно попасть любому человеку без проверки контролирующих служб, и зоны воздушной, место исключительно для пассажиров, прошедших контроль безопасности. Аэропорт славится первоклассным обслуживанием путешественников. Для ожидающих рейс пассажиров и встречающих гостей в аэропорту предложен полный набор удобств: кассы по обмену валют, банкоматы и терминалы гарантируют быстрый обмен любой валюты на национальную турецкую лиру или на другую мировую валюту. Для туристов, вынужденных ожидать пересадку на самолет, в международном и во внутреннем терминалах есть комфортабельные залы ожидания. На высоте бель-этажа в международном терминале зал ожидания называется Comfort Lounge, а на первом этаже в транзитной зоне – Premiclasses Lounge. Полезно знать, элит-класс Comfort Lounge доступен пассажирам эконом-класса за отдельную доплату. Помимо удобных кресел, кафе-бара, привлекательного интерьера, здесь есть доступ к беспроводному интернету, настольные игры и прочие занятия для интересного времяпровождения. Залы ожидания работают для пассажиров без перерыва и выходных. Сервисные центры по прокату авто и услуги такси.
Сколько стоит прокат авто, можно узнать у диспетчеров Avis, Europcar и Hirs, а проезд на такси имеет строго фиксированную цену около 70 евроцентов минус 0,8 за километр пути. Специальная вывеска показывает платеж за трансфер по 44 городам Турции. Согласно этим расценкам, дорога до Бодрума стоит 45 евро, а путешествие до Кусадейси составляет 105 евро. Парковка для легкового авто сразу перед входом в аэропорт. Здесь же есть и остановки пассажирских автобусов. Магазины беспошлинной торговли в аэропорту Бодрума работают также круглосуточно. Круглосуточное справочное бюро, игровая комната для детей, комната отдыха матери и ребенка и п.р. Покупать сигареты в аэропорту Бодрум запрещено. Аэропорт Ататюрк нередко пассажирам приходится ждать самолет долго и все это время быть в зале ожидания аэропорта неудобно. Справиться с такой проблемой будет легче в уютной комнате отеля, который расположен совсем близко от аэропорта. В пешей доступности есть отели Icon Teapot, Hidden Garden Bautik Hotel, Marina Sites и Spa, Met in Bautik Hotel. От любого отеля на территории курорта Бодрум расстояние до зоны аэропорта займет не более 15 минут. Бодрум Аэропорт предлагает индивидуальный трансфер для тех, кто желает ехать, а не идти пешком или выбрал гостиницу подальше. 45 лучших отелей Бодрума и частные виллы готовы принять туристов. Предварительно на TripAdvisor в аэропорту можно просмотреть и заказать подходящий по цене вариант, список отелей сгруппирован по ценовой характеристике. Комиссии за предварительную бронь отеля нет. Если смотреть по карте, то легко визуально определить, какие курорты может обслуживать аэропорт Милас в Турции и куда быстрее всего добраться с этого аэровокзала. Среди всех аэродромов Турции именно Бодрум станет ближайшим аэропортом к местам отдыха по всему восточному побережью Эгейского моря. Это тихие рыбацкие поселки Елыковак, Тургутрёйс, фешенебельные зоны отдыха Гювёрджинлик и Торба, прославившиеся своими веселыми развлечениями Кушадасы и Дере. Отличное времяпровождение гарантирует полуостров Бодрум с многочисленными малыми и достаточно крупными островами Кос, Калимнос, Псеримос, Патмос и П.Р. Проезд из аэропорта автобусами Хавас в центр Бодрума, междугородний автовокзал, займет порядка 1 часа и обойдется путешественнику в 10 тиролитров, расшифровка, турецкая лира. Маршрут проходит по остановкам, Говерценлайк, Хотел Этап Алтинел, Хотел Блу Дримс, Хотел Самара Рот и Торба Рот. Только с автовокзала Бодрума можно попасть на любой курорт Турции. Самыми популярными по последним данным стали Кушадасы, Кусадейси и Мармарис, Мармарис. Есть несколько вариантов трансфера в эти города, с аэропорта взять такси или арендовать авто. Доехать в Бодрум и оттуда купить билет на автобус до Мармариса или Кушадасы. Автобусы до Кушадасы ходят каждые 3 часа, стоит билет 30 лир. Рейсы выполняют несколько перевозчиков, их стоимость может немного корректироваться. Расстояние до Кушадасы, 150 километров, преодолевают его за 2,5 часа. В Мармарису автобусы ходят чаще, через каждый час, билет стоит немного дешевле, 20 лир. Время в пути около 3 часов. Достаточно удобно и выгодно найти попутчиков по интернету, договориться и с ними доехать до места курорта, естественно, сумма за дорогу делится поровну. Наиболее удаленная от Бодрума территория в восточном направлении около 140 километров – это знаменитый курорт Мармариса. Условно именно по морской границе вблизи Мармариса соприкасаются Эгейское и Средиземное моря. Если выбрать для отдыха курорт Мармариса, выгоднее прилететь в аэропорт Даламан, в таком случае удаленность от города составит всего до 100 километров. Просмотрев географическое расположение курортов Мармариса, Милас, Бодрум, понять, какой аэропорт рядом, совсем не сложно. Междугородний транспорт в Турции работает без проблем с прибытием в пункт назначения. Для удобства ориентировки на местности, каждый турист может бесплатно взять карту Бодрума у выхода из зоны прилета в аэропорту. Сегодня Бодрум остается любимым курортом для отдыхающих со всего мира. И несмотря на землетрясение в июле 2017 года, спрос на туристические путевки в Бодрум не падает в течение всего года. Будьте уверены, что отдых начнется и закончится только самыми приятными впечатлениями. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.